Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». И сегодня у нас снова клубничный рецепт. Мы будем с вами варить клубничное варенье. Это варенье 5-минутка. Я никогда не закатываю банки на зиму, всегда замораживаю клубнику в морозилке. Благо, теперь у меня есть большая морозилка. И варю варенье только тогда, когда мне его хочется. То есть на раз. Кстати говоря, моя бабушка делала точно так же. Смотрите быстрее, как делать очень вкусное экспресс-варенье. В классическом варианте для варенья 5-минутки нам понадобится 1 кг сахара и 1 кг клубники. Но я делаю немножко по-другому. Беру 500 грамм клубники, причем замороженной, и примерно 300 грамм сахара. Слаще делать варенье мне просто не хочется. Все-таки клубника растет у дедушки на даче, и она у нас и так очень сладкая и вкусная. Что делать дальше? Просто берем небольшую кастрюлю, такую, чтобы все ягоды в нее поместились. Складываем туда клубнику, засыпаем сверху сахаром и ставим на плиту. Обратите внимание, что перемешивать варенье не нужно. Ставим его на самый медленный огонь и доводим до кипения. После того, как варенье закипит, засекаем ровно 5 минут, затем снимаем с огня. Чтобы варенье получилось красивым, не забывайте, пожалуйста, снимать пену. Затем просто перекладываем варенье в баночку или в какую-то красивую миску, пиалу, в которую вы будете его подавать, и даем ему настояться. Только посмотрите, какое красивое варенье у нас с вами получилось. И всего-то за 5 минут. Варенье получается очень вкусное, а главное, что ягода в нем не разваривается, остается красивой и целой. Согласитесь, приятнее же есть всегда свежее варенье. Не то варенье, которое стояло полгода в холодильнике или где-то в погребе или на полке и покрылось плесенью, возможно, а вкусное, свежее, ароматное варенье из ягоды. Используйте морозилку. Друзья, если рецепт вам понравился, ставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал.